Вот микрофон включил. Елена Портова впервые в кадре одна. Между прочим, в кадре быть одному очень страшно прямого эфира. Без гостя. Соглашусь с вами, да. Как в космосе летать. Так, у нас тема называется «Как научиться работать в прямом эфире». Меня зовут Влад Воробьев, шеф-редактор этого проекта. Я часто за кадром сижу. В молодости лет 20 назад, 15, тоже в кадре сиживал. Теперь предпочитаю за кадром. А вот для вас наоборот, Елена. Ваша карьера прошла за кадром на телевидении. И теперь вы впервые в кадре. Расскажите про закадровое время на телевидении. Кем вы были, чем занимались? Ну, это было неплохое время. В 1997 году я попала на Уралинформ ТВ в качестве рекламщика, как мы тогда себя друг друга называли, да. Вот, и, естественно, задача была найти рекламодателя, разместить рекламу на канале. Очень интересно, нигде мы тогда еще этому не учили, это все приходило с опытом, то есть был, скажем, клиент, и надо было тебе вот просто принести деньги на канал. Ну и дальше поработала на Уралинформ ТВ, была такая компания, недолго существовала, Т8, работала на канале MTV, ну, естественно, и поработала потом уже в рекламных агентствах. То есть опыт такой большой именно за кадром, то есть никогда не выступала ни ведущей. То есть максимум, что я могла сделать в кадре, это поучаствовать в какой-нибудь лотерее, где мы разыгрывали билеты. Вот и все. То есть на самом деле там немножко другая кухня, другая специфика, и ты общаешься только с клиентом, когда ты заключаешь договор по рекламе. Ну и вообще... Не только у нас, во всем мире, да, женщин после 40 из кадра убирают, к сожалению. К сожалению, да. Не знаю, с чем это связано, потому что все-таки я считаю, что люди в кадре работают те, которым есть что сказать, у них есть харизма, да. Ну, здесь, опять же, наверное, стереотипы, что мы начинаем хуже, может быть, выглядеть, и, то есть на молодых всегда приятно смотреть, но я думаю, что здесь, да, нам зато есть что сказать женщинам, которым за 40, есть что сказать, есть о чем поговорить и есть что спросить. Вот как раз мы про это, да, у нас лайфхак, мастер-класс, мини-мастер-класс о том, как с нуля, то есть вы в кадр сели в сентябре этого года, за да, буквально 2 сентября, никогда за 3 не забуду месяца. Этот день. У нас сегодня вот в этом проекте примерно 198 эфир, у меня примерно 1200 эфир за 5 лет интернет-ТВ-проекта, проекта в Пермь Лайф. У вас примерно сейчас это какой эфир? 30-й, 40-й, 50-й? Вот честно скажу, Влад, не считала, но это, наверное, где-то эфир... Ну да, 44-й, может быть, вот так вот. То есть прошло уже около 50-60-70 гостей разных. Да, разных сегментов. Я всегда говорил, что да, есть школы журналистики, очень нужно участвовать в мастер-классах, ездить, учиться у мастеров этого дела. Но, как говорится, пустоту не скроешь любой техникой. Или есть душа в кадре живая, теплая, или нет. Вот, что вы можете по этому поводу сказать? Ну, я думаю, что всегда, каждый час меняется гость, каждый час приходит к тебе новый человек. И прежде всего, главное, наверное, это чтобы тебе человек был всегда интересен. Если тебе человек интересен, ты всегда найдешь вопросы, ты всегда будешь знать, что тебе спросить у этого человека. Поэтому все гости, которые побывали у меня на прямом эфире, мне были... безусловно, интересно. То есть мне хотелось с ними пообщаться. Пообщаться – это всегда как бы интуитивное общение некое, да, на уровне эмпатии. Ну, понять да. человека, влиться в его шкуру, да, понять, угадать его настроение, что сделать. Но тем не менее, мы обладаем некими техниками, мы учимся, учебники читаем по искусству интервью. Они есть определенные. Вот мне бы хотелось услышать те, которые вы сами интуитивно у себя уже разработали. Прямо по пунктам. Для тех, кто впервые сел в эфир. И, значит, такие короткие лайфхаки. По-английски лайф – жизнь, да, хак. Как взломать секреты жизни. Ну, наверное, не знаю, вот нет таких у меня пока секретов. Может быть, я еще сама даже просто не знаю, что они у меня есть. Но
прежде всего, я думаю, что, ну, вот если я готовлюсь, допустим, к эфиру, я знаю, что у меня будет такой гость, допустим, да, вот сегодня у меня была прекрасная Евгения на первом эфире, да, это кондитер, то есть я, естественно, очень много о ней прочитала, посмотрела ее страницы ВКонтакте, и я все время думала, что же мне у нее спросить, вроде бы она уже все рассказала, все написала. Но тем не менее я поняла, что я сама по себе всегда любила тоже сладкое. Ну и вот как-то интуитивно, может быть, от этого я стала отталкиваться, да, что как человек пришел. Ну и потом всегда интересна миссия. Я благодарна вам, Влад, что вы, в общем-то, всегда меня учите этому, да, что человека нужно раскрыть и именно спросить, что он делает, для чего он делает прежде всего, да, то есть какую он несет миссию, какую он несет, ну, если можно так сказать, смысловую нагрузку, да. Ну, я вам рассказываю о том, чему меня учили, в свою очередь. Я переношу вот чужие знания. А теперь вы мне их передаете. Вот, вот очень это важное правило, Лена, прежде чем мы дальше продолжим, угу, сказали, вот найти личную, это тоже правило из наших мастер-классов, в которых я учился в телевизионных школах, uh-huh, найти зацепку из своей жизни, найти факты, интересы, которые присутствуют у гостя, и связать их в какую-то личную микроисторию. Ну, да, да. Связать с собой в первую очередь, да. Ну, со всеми удается это сделать? Нет, не со всеми, потому что вот у меня был гость с парапланами, ну и для меня это вообще, почему я его пригласила, потому что для меня это было всегда... Ну, то есть я всегда знала, что я так точно никогда не сделаю. То есть я не буду прыгать с парашютом, это для меня просто за грани фантастики. Но мне человек, безусловно, был интересен, а вот он это делает, и для него это вот дело жизни. То есть он не мыслит себя без этой профессии. То есть вот здесь немножко с противоположной стороны опять идешь, что ты, я бы такого не сделала, но вот мне этот человек бы интересен был рассказать, почему он это делает. Вот. А когда обращаешься к себе, ну, это прежде всего все равно из своего опыта жизненно, да, из своих профессий. Мне, как музыканту, всегда интересны люди, которые посвятили себя музыкальной карьере, которые работают с музыкой, да, которые работают с детьми в музыкальных школах. То есть это тоже одна из моих профессий. Но вы закончили музыкальную школу, училище не учились? Нет, конечно же, и училище музыкальное училось. Педагог, потом музыкального институт, образования дополнительного. Да. А нет, институте? Это не дополнительно, это специальность преподавателя музыкальной школы. Это, в общем-то, не дополнительно, это профессиональное высшее образование. Высшее образование, профессионально. Да. Ну вот, возвращаясь к структуре эфира, к структуре uh-huh вопросов, что вы по ней можете сказать? О чем раньше спросить, о чем позже? Ну, вот, опять же, у меня нет такого жесткого, да, допустим, мне интересна тема, и я, допустим, человек заявляется с интересной темой, ну, вот как, допустим, сегодня, да, Вячеслав Мальгин заявился с темой «Зеленый Новый год». То есть вот я начала от этой темы отталкиваться. Иногда бывает, что у человека очень-очень много регалий, да, то есть перечисляешь там и заслуженный артист, и там много всяких-всяких конкурсных завоеваний у него было. И понимаю, что человек прошел определенную вот стадию, да, завоевания этого, призвания этого. И здесь уже идешь тоже от этого, то есть как он к этому пришел. Вот. Иногда бывает, что человек интересен, ну, вот тем, чем он занимается, какой-то своей сферой деятельностью. Допустим, вот были у меня гости, да, девочки открыли свою школу необычную, да, со своей там вульфской какой-то школой немецкой. То есть я начала именно от этого. Вальфдорфской. Вальфдорфской, вот, спасибо. А, кстати, давайте скажем, что ведь работа в эфире – это не только приятная, это всегда еще отрицательные отзывы. Вот этим девочкам наш эфир не понравился. Да, им наш эфир не понравился. По техническим причинам, скажем честно, у нас пока пилотная версия, у нас аппаратуры еще нет, чтобы транслировать хорошую картинку, mm-hmm, нужна дорогая аппаратура. Она стоит несколько сотен тысяч рублей, как минимум. Да? Это не просто одним компьютером не обойдешься, там нужны устройства захвата и так далее. Вот, возвращаясь к гостям. Значит, это тоже нормально, когда гостям эфир не нравится, особенно женщинам, да? Что с этим делать? Женщинам нужна картинка. Что с этим делать? Ну, я думаю, что с этим ничего не надо делать. Это всегда бывает, да, что
кому-то хорошо, кому-то не очень-то. То есть к этому надо относиться. Да, неприятно, когда тебя, конечно, критикуют и говорят, что много-много там было недочетов, и сняли не так, и спросили не то. Но, опять же, к этому надо относиться философски. Да? То есть если бы не было этой критики, не знали, вот что делать дальше. Это первое правило постижения, то есть, или нахождения себя в эфире, какое-то настоящее, да, что ты осознаешь, что большей половине, как минимум, это не будет нравиться никогда. Тебя всегда будут выключать, когда ты выходишь в эфир, потому что ты нашел себя, ты отличаешься от других, и все, mm-hmm. это уже начало авторского, вот сказать, ну, личностного портрета. Очень тяжело, Влад, с этим честно сказать, потому что я помню, некоторые эфиры я сама не могла смотреть на себя, меня раздражало все, мне казалось, что какие-то глупые вопросы я задаю. Потом я начинала смотреть с каким-то интервалом, думаю, ну, то есть привыкаешь смотреть на себя со стороны, вот это даже странно. Это очень важная часть, называется видеотренинг. На себя смотрим, критикуем себя, а потом это не делаем. Да, то же самое касается гостей. Ну да. Потом мы всегда говорим, что наши гости приходят, это живая видеовизитка, вот так вышло, мы ничего не смонтировать не можем. Угу. Если идет технический брак, идет технический брак. У нас аппаратура, вот, она может барахлить из-за морозов и так далее. Да. Вот. А во-вторых, люди живые, может, не настроение, может, они болеют сегодня, или у вас сегодня не очень. Да. Все вот, ну, такое, вот это, как в жизни. Это, к сожалению, ну, может быть, и к счастью, приходит, несомненно, только с опытом. То есть невозможно, вот тебе, вы, я помню, даже меня предупреждали, что это такое может быть, и что не всем будете вы нравиться, и все будут вас критиковать. Ну, думаешь, ну да. А когда это происходит уже на самом деле, и ты на самом деле получаешь массу критики, тогда думаешь, да, вот... Это надо пережить. Но это не означает, более что того, надо остановиться. Надо идти дальше. Еще интересный момент. Значит, кроме критики зрителей, у вас будет критика пренебрежения, и уже есть со стороны коллег по эфиру, которые сидят в других эфирах, на радио, на телевидении и так далее. Ну, и они считают себя профессионалами, это правильно. Нет, ну, да. Будут обзывать непрофессионалами, деревенским телевидением. Да, это уже мы тоже знаем. И так далее. Это тоже все нормально. Знаете почему? Потому что над всем новым сначала смеются, потом нехотя признают, а потом новый побеждает. Это, знаете, чьи слова? Нет, Влад, скажите. Ну, по-моему, это недавно почивший, значит, диктатор Кубы сказал, да? То есть в смысле, что это правило играет везде, да. То есть чтобы завоевать себе место под этим солнцем эфирным, условно говоря, стать не таким, как все, нужно быть не таким, как все. И это всех дико раздражает. Вот. Ну, скорее всего, да. Это не отменяет того правила, что мы делаем кучу ошибок в эфире, и мы сами прекрасно видим все свои ошибки и недочеты. Это тоже надо признать, да? Да. Но, тем не менее, иметь смелость быть самой собой в эфире или самим собой. Ну, я соглашусь без, вот даже без всяких, потому что на самом деле, когда я 2 сентября села первый раз в эфир прямой, да, и начала вести вот эту программу Market Perm 24, было очень тяжело, и вот непонимание даже, как это все происходит, то есть, безусловно, зашкаливал вот эта вот шкала нервозности, и все тряслось, и не знаешь, как и что сказать, куда посмотреть. Но потом вот с практикой, то есть эфир – это всегда практика, то есть невозможно теоретически это все изучить, да, даже я думаю, что иной раз прописать такие хорошие вопросы, но когда ты садишься перед камерой и включается, и, Влад, вы мне говорите, что начали, невозможно все это удержать в голове, и стресс, он всегда тебя выщелкнет, если вот ты не уверена. Давайте скажем, что это тоже нас там учили, что 1 из 10 только удачный эфир, 9 да. Неудачные по разным параметрам могут быть, в первую очередь по вашим высоким меркам, по своим высоким меркам. Ну, конечно, прежде всего. И это нормально. Когда массовое производство, вот мы называем это сплошной интернет-ТВ-канар, куча разных гостей, но благодаря вот этому конвейеру возникает мастерство. Если только еще параллельно
не учиться еще где-то в других местах. Надо читать книжки. Ну, это бесспорно. С мастерами интервью их не так много, но они есть. Смотреть другие удачные прямые эфиры, кого вы считаете хорошим. У таких мастеров, как, не знаю, условно говоря, Познер или, с другой стороны, я считаю, номер один у нас по многим параметрам, Ксения Собчак, особенно как она потрошит кандидатов от власти, да, и каких-то таких персонажей. Вот она умеет это делать. У каждого из них куча неудачных эфиров. Это нормально. Да. Да. Вот после ваших этих слов я и стала для себя говорить, что, ну, да, то есть когда критику услышишь, ну, это нормально. Ну, вот у нас осталось немного времени. Давайте скажем вообще о том проекте, который мы делаем. Да? Все еще пилотный период. Это означает, что это мы все еще репетируем. Да, но мы хотим этот жанр внедрить в Перми, когда за день, может быть, в перспективе ежедневно проходит от 6 до 10 получасовых сегментов. Но они идут меньше, минут 15-20, в это время гости меняются и так далее, когда люди могут вживую про свои проекты, свои услуги рассказать. Принципиально на разовые эфиры мы всех приглашаем бесплатно, особенно креативный класс, особенно тех, кого мы сами приглашаем, но можно нам писать. И одновременно у нас есть ведущие. Но мы не считаем, Елена, вас штатной ведущей. Да, бесспорно, да. Вы отдельная единица, у вас свой канал, и вы работаете в первую очередь на себя, то есть вы создаете свой видеобренд личный, получается, да? Ну, получается, что как да. Как он связан с Сорокой, значит? Мы указываем здесь ссылку на ваш сайт «Сорока». Что это за проект был? Он просто в архиве. Это был проект, который уже остался теперь в архиве, который уже, скажем, канул в лето. То есть «Сорока» это была телефонная справочная, да, и клиенты, которые были, размещали у нас рекламу, поддерживали этот проект, они остались, и, скажем так, этих же клиентов, и многих я приглашала в эфир прямой, и разговаривали, вот мы... Ну, это база дальше. Данных в интернете, как Википедия, да, со да, всеми координатами. Да. Там несколько сотен фирм у вас там собрано, да? Ну, несколько, ну, это было около 200, не больше. Там 196, по-моему. В первую очередь была социальная, была связана с социальными услугами. Да, это был социальный проект. Почему он назывался телефонная справочная? Ну, прежде всего, потому что мы, операторы, оказывали услуги по телефону. Ну, так как все-таки интернет впереди... Для пенсионеров. Да, ну и он, да, был, конечно, для людей с ограниченными возможностями, для пенсионеров, для тех, кто не мог по каким-либо причинам пользоваться интернетом. Вот. Но сейчас, в общем-то, это все уже оказалось ненужным, но тем не менее проект остался. Это коллекция, она осталась. Этих да, мы называем да, наш проект тоже видеоколлекцией вот этих живых презентаций. Да. И она как бы плавно перетекла в вашу вот эту новую ипостась. Да. Да, можно сказать, что и так, что, скажем так, из Сороки появилась уже другой бренд, да, появился бренд вот именно Но марки вот Перми 24. Мы приходим к следующему правилу ведения искусства интервью. Ведущий, даже начинающий, он должен иметь целую коллекцию людей, готовых прийти к нему в эфир. А как их уже затащить, это его дело, да? Ну и в любом случае, что если бы меня, допустим, не знали бы многие, как у Сорока, да, то есть многих такая именно ассоциация, то, ну, было бы тяжелее пригласить людей именно вот на этот прямой эфир, пригласить уже к себе на прямой эфир. Ну, в чем секрет успешного приглашения гостя? Мы скажем, что это нормально, на любой канал люди... отказываются приходить по разным причинам. Времени нет на данный момент. Но человек это вот болеет. Большая часть, да. В отъезде. Иногда говорят, к вам не пойдем, у вас плохая картинка маленькая. Угу. Да, такое и такие тоже есть. Может быть. Угу. Любые причины, но тем не менее, процентов 70-80 соглашаются приходить. Ну, процентов 80, я бы уже даже сказала. Да. Это о чем говорит? С одной стороны, не то, что мы такие хорошие, это просто, если есть ниша, мы ее создали, предлагаем. Да. Вот такая. Бесплатно рассказать даже о своем бизнесе, если он такой креативный, интересный, полезный для общества, почему нет? Ну да, ну и я думаю, что благодаря вот то, что мы сейчас делаем, Влад, я думаю, что больше людей об этом проекте узнает, и многих некоторых вызывают просто еще сомнения, что это за проект, мы никогда не слышали, вот, но мы... Каждую пятницу встречаемся в прямом эфире, каждую пятницу мы приглашаем новых гостей, поэтому о нашем проекте узнают, о MagicScope Internet TV,
Ну, если коротко, еще скажем один раз, повторим про, значит, и та, и вы независимая единица творческая, и я человек, сотрудничаю с этой компанией, я здесь в штате не состою, я такой же фрилансер. Да, ну, мы нашли такой творческий союз, скажем, и в этом вся суть проекта, в том числе платформы Gyroscope, это всего лишь технологии, это пермский хостинг. Загружаете свои видео на пермский хостинг, и в отличие, например, от YouTube или ВКонтакте, да, вы ваши видео можете организовать не в виде плейлиста, а как настоящая сетка телеканала, по расписанию составить его, он будет у вас играть круглые сутки по вашей сетке или радиоканал. Да. Да. Вот. А то, что мы еще хотим добавить, вот мы приглашаем, у нас все гости бесплатно приходят, если мы их сами приглашаем, а платно, если человек хочет, приходит и говорит, давайте я буду проводить здесь еженедельные эфиры, ваш эфирный день. Да, с какой-то программой снимать. Со своими сторонниками. Это могут быть общественные организации или чисто коммерческие организации. Единственное, что мы, наверное, не будем работать с разными сетевиками, которые, вы знаете, называются торговые религии, да, которые вот распространяют какую-нибудь... С большими сумками вы имеете в виду, Влад? Да, потому что это плохо для репутации. А любой настоящий честный бизнес, это очень хорошо. Поэтому приглашаем всех нас. У нас люди пробуются, разные, вот, 1, 2, 3 эфира. Пока постоянных таких мы партнеров еще не дошли, длинных, но надеюсь, что они будут. Ну, я надеюсь, что, потому что вот многие, кто у нас был в гостях, да, многие поняли эту платформу, поняли, что она дает. Я тебе скажу, это еще как дополнительный маркетинговый инструмент, да, поэтому в будущем году я уверена, что у нас уже появится несколько таких программ, когда люди будут сами приходить, вести какие-то тематические программы, приглашать своих людей, которые им интересны. Ну, чисто технически мы скажем, сейчас мы выходим в эфир с веб-камер, дорогих, но все-таки веб-камеры, не цифровые камеры, потому что транслировать с двух цифровых камер нужно оборудование, которое стоит там в районе 300-500 тысяч рублей как минимум, да. Самый минимальный набор оборудования. У нас вся эта аппаратура стоит около 100 тысяч рублей, то есть это пилотный вариант. Но мы постепенно, у нас картинка будет улучшаться, если проект будет продолжаться, он будет нужен учредителю, нужен пермякам. Вот. Да, почему-то я очень оптимистично настроена на 2017 год, и я надеюсь, что как можно больше гостей будут приходить к нам на прямые эфиры, будут сами вести прямые эфиры. Ну и, Елена, вот живой пример, перед вами сидит человек, который создал новую свою творческую личность, живую прямоэфирную личность прямо в эфире, нигде не готовясь для этого, просто сел в эфир и стал... Использовал все свои знакомства, свои природные таланты, просто женскую как бы мудрость такую некую, да. И возраст в этом не помеха. Абсолютно не помеха. Елена, вам уже за 40, это можно сказать. Можно, а сколько сказать. Точно не скажем. Ну вот я просто говорю о том, что как бы ведь главное не возраст, а харизма и теплота души. Для прямоэфирного ведущего она важна. Приходите к нам, ведите свои эфиры. И Лена, если что, вам поможет советом за кадрами делом. Но одновременно Лена еще продюсер по гостям у нас. Да. Я еще раз всех хочу поздравить, вернее, пока еще с наступающим Новым годом, пожелать всяческих благ, здоровья, успехов. И в будущем году мы ждем вас снова в нашей студии Magic Scope Internet TV, канал Market Пермь 24, и я, ведущая, Пуртова Елена.